Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 8 ролеплей. Первый серый, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня будет такой разговорный видосик, но очень важный, пацаны. Досмотрите его внимательно и обязательно поставьте лайк. Сегодня речь пойдет о моей фаме на первом сервере. Честно говоря, не знаю, блин, где больше фаму развивать, на седьмом сервере, либо на первом. Напишите об этом тоже в комментариях обязательно. И повторюсь, досмотрите видосик до конца и поставьте лайк, чтобы... как больше моих подписчиков его увидели, потому что моя основная аудитория, я знаю, что на 0-1 играет. Хотя, ну, не совсем, но я так думаю, ладно. Короче, речь пойдет о фаме. Как вы знаете, сделали новую систему, там общаки, все дела и так далее. Я сейчас провел чистку. Что за чистка? Я снял всех замов, точнее, я уволил их. Извиняюсь, пацаны, кто там был замов, я вас уволил. Потому что, пацаны, сделали такую тему, что... за фаму нужно платить, за каждого человека там надо в сутки платить 100 рублей. У нас в фаме, сейчас я вам скажу точно сколько людей. 77 людей было, 82, я 5 человек уволил, это были замы, короче. На балансе сейчас лежит 103 тысячи. Спасибо большое, кстати, вот этому человеку, Максим Карлеоне, он положил 70 тысяч, короче, в общак. Зачем деньги вообще туда ложатся, пацаны? Вы можете сами тоже ложить туда деньги, я вам сейчас покажу, как это делать. Если вдруг кто не знает. Эти деньги будут распределяться именно то, что фома, во-первых, не слетела. Во-вторых, если мы будем вместе слаживаться, мы будем выделять какие-то деньги. Возможно, кому-то на машину. Кому-то помочь, там. Или просто буду выдавать деньги, в принципе, если будет набираться хорошая сумма. Но должны деньги ложить хотя бы все, пацаны. Я тоже буду ложить деньги, как бы, да. Поэтому... если хотите нормально развить фому, пацаны, обязательно поставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Если хотите на 0.1, будем на 0.1. Потому что сейчас на 0.1 у меня больше денег на самом деле, чем на 0.7. Потому что на 0.7 я все деньги потратил. Поэтому бюджета особо нету. Тем более на 0.1 как бы людей побольше в фоме уже на самом деле. Но мне еще нужны люди, какие будут делать собесы. Делать собесы постоянно, каждый день, потому что, честно говоря, у меня времени нету, серьезно. Я бы с радостью сам это делал, но у меня времени нету. Хотя бы там в день один собес сделать, там человек 5 принять, это уже будет охрененно, пацаны. Но люди нужны именно проверенные мне. Возможно, каких я знаю. Потому что, ладно там, слить общак, это херня, в принципе, да. Ну, хотя, смотря какая сумма там будет лежать. Но активность у меня фома умерла, короче, активности нету в моей фоме. Раньше у меня в фоме был финт 100 человек, реально. А сейчас вообще просто печально, потому что, кто не помнит, как сделали сначала ГО, по-моему, то я случайно удалил фому. Потом мою фому украл, короче, чувак, какой ему ник сделал, потому что ник поменял. Ну, короче, долгая история, посмотрите на канале видосы, либо кто помнит, я вам рассказывать не буду. Ну, короче, много раз я фому менял, поэтому, пацаны, вот такая вот хрень, так бы мы в топе были бы уже давно. Да, есть топ фам, короче, вот пишем топ, короче, и есть семья лидеры. И вот, мы вообще там в жопе мира на самом деле. Хотелось бы вы хотя бы на 10 месте быть, я думаю, вы тоже были бы этому очень рады. Давайте вам покажу, кто замы вообще, кому можно обращаться. Кому можно обращаться, вот, всех, кто состоит в фоме, в принципе... да, Кирилл Путбулович. Ну, видите, тут мало кто активит, на самом деле. И, блин, ну просто у меня времени нету набора делать. Так бы актив был нормальный в фоме. Вот заместители, вот я создатель, в принципе. Вот заместители, какие есть. Это, получается, Джонни Прайд. Но Джонни Прайд сейчас уехал, по-моему, поэтому ему можете не писать. А вот Богдан Путбуль, к нему можете обращаться, он вас будет принимать. Если видите его в игре, я его номер, честно говоря, не помню, блин. Поэтому я вам не скажу. Но к нему обращайтесь, он вас будет принимать. Это вроде мой подписчик с моего города, поэтому ему я могу доверять замку. В принципе. Ну а так, блин, множество команд, кстати, не дописаны, потому что нельзя в офлайне ранг снять, короче. В фоме есть, получается, 2 ранга. Точнее, 3 ранга. Или 2 ранга, стоп. А, 2 ранга есть. Третий, это у меня ранг, в принципе, видите, смотрите. Вот, фо, это у меня третий ранг, я могу второй ранг выдать, это замка, в принципе. Замку я буду выдавать
выдавать тому, кто реально будет делать собес и кому я буду доверять, потому что, ну, тоже общак не хочется слить, потому что деньги по-любому должны лежать, чтобы Фома не слетела. Если в общаке будет задолженность на протяжении 10 дней, Фома автоматически удалится, поэтому надо к этому подходить серьезно, очень серьезно подходить к этому, как деньги ложить на общак Фомы. Сейчас я вам покажу. Мне вообще в старой Фоме, вообще в самой, по-моему, не первой, а какая была на Кирилл Путбулове, там было просто, по-моему, больше, чем 500 человек на самом деле, блин, и очень хреново, что я просто хотел уволиться, короче, с организации, расскажу коротко. Хотел уволиться с организации, в итоге я прописал не ЛАВы, а ФЛАВы, и тем самым я удалил Фому. Да, такое бывает. Вот, короче, забегайте в банк, есть здесь общак семьи, в принципе. Вам, наверное, будет доступно только внести деньги, либо, возможно, посмотреть баланс, но снять деньги вы по-любому не сможете. Просто нажимайте вот «Нести деньги» и давайте я положу 50 тысяч, короче, вот, в общак. И посмотрим, F-меню, деньги прибавились. Вот, 150 тысяч лежит на общаке Фомы. Фома называется Family Kirill Game. Можете так и писать, в принципе, вот так замы вам говорю, если кто будет замом там. Пишите вот так, проходит собеседование в бригаду. Вот так скобочки пишите. Можно писать просто Кирилл Гейм. Кирилл Гейм, там вот так точку поставили. Просьба прибыть на ТЦ. Скобочка тоже пишите ТЦ. Анашан. И все. И вот так принимаете людей. Вот так, короче, пишите. Проходит собеседование бригады Кирилл Гейм. Просьба прибыть на ТЦ Анашан. И все, в принципе. В этом ничего такого проблематичного нету. Да, по деньгам это бьет, но хотя бы 2-3 объявы в день, я думаю, вы осилите спокойно. Если у нас у кого-то не будет замов денег, то будем выделять на объявы из общака, в принципе. Пацаны, давайте как-то сплоченно все делать, тоже там в общак ложите. Эти деньги будут идти чисто на Фому, себе я в карман ничего ложить не буду. Я вам просто обещаю и просто кладя руку на сердце. Поэтому будем развивать Фому, Фэ-меню. Давайте еще раз вам покажу. 70 человек у нас сейчас, ну это мало, блин, активит из этих 77 человек, наверное, человек 7, да. Поэтому, блин, конечно, можно было бы всех просто удалить из Фомы, но это, блин, очень долго будет, пацаны. Вот что они не продумали, то что за каждого человека нужно в сутки платить 100 рублей. И, блин, много игроков в моей Фоме, кто вообще не играет уже, по сути, либо долго не играет, либо вообще не играет. И вручную их удалять, это будет очень долго. Лучше бы сделали так, кто в Фоме не активит месяц, просто его система сама пусть удаляет этих людей. А не чтобы я вручную, вот это, блять, просто. Понимаете, нужно писать команду и полностью писать ник. Я просто заебусь этих людей выгонять из Фомы, так сказать, исключать из Фомы. Это просто будет очень долго. И, блин, я это не осилю на самом деле, потому что это будет пиздец. Также есть система выговоров, по-моему. Только я не знаю, как выговор Фоме давать. Давайте я спрошу даже. Какая команда, чтобы дать выговор в Фоме? Я просто реально не помню. Я знаю, что есть такая функция, что можно дать выговор в Фоме, короче. Но эту команду я вообще не знаю, серьезно. Я не понимаю, почему не написано в ММ в командах о семье. Там вообще ничего, ни слова нету. Нет такой. В смысле нет? Вроде же была такая команда когда-то. Странно. Ну ладно, в принципе, хрен с ним. Ну что ж, пацаны, вот так я вам все рассказал. Подробненько, так сказать. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте активно заниматься Фомой, пацаны. Попробуем вы вбиться в топ хотя бы на 10 место. Ну хотя бы, чтобы активность была хорошая, думаю, у нас. Потому что очень хочется, чтобы была хорошая активность. Я только этому буду рад. Насчет замок можете писать мне в ВК, я думаю. Насчет замок можете мне в ВК писать, либо в игре, кто там на замку хочет. Ну, блин, я не знаю, насчет замок буду думать, потому что я кому попало давать ее не буду. Потому что, помните, у меня пацана было много очень замов, там человек, наверное, 50 замов было. Но никто из них вообще не делал собеседование, на самом деле. Что-то мне как-то стрёмненько немножко. Mm.
Ну такое. Блять, ну что-то под конец танк приехал, что-то мне это вообще не нравится. Это на настоящий он или нет? 68-й или... 12-й уровень. Ну такое на самом деле, то что танк, в принципе, ну... Ну такое. Кто не знает, это был Иван Иванов. Только что. Да. По-моему, он в админс, по-моему, не отображается, да? Ну ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр. Насчет замок пишите мне в ВК. Там уже все решим, либо в игре мне пишите. Я, наверное, буду задавать тем, кому я доверяю. Потому что... Ну, я не хочу, чтобы деньги ушли, во-первых, ваши, кто будет, может, вложить их. Да и вообще, в принципе, чтобы у нас были какие-то крысы в фоме и так далее. На этом у меня все, пацаны. Обязательно повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.